Вот, вишенка уже на подходе такая, приобрела вишневый цвет почти. Но это не вишневый год, мало очень вишни в этом году. Ну, так получилось, отдыхает. В том году много было, это маловато. Но она есть, улучшает пищеварение, детоксит хорошо, чистит вообще. Витамин С, румянец на лице, стимулирует печень к выбросу шлаков. Желчи. Короче, классная штука вообще. Способствует и отхаркиванию, вот, если что. Витамин С все процессы запускает. Вот она, витаминка в моей руке. Вот она, каждая витаминка. Зачем мне искусственный, если вот есть витамин С? Просто съедаешь горсть вишни, и хорошее будет опорожнение кишечника. Ну, вывод токсинов, так сказать, что уж будем. Лучше будет вывод. Кислота вот эта вообще классная, вишневая. Уважаю вишню, очень уважаю.